Пришел наш гостевой кот. Дала ему покушать. А домашние собрались внизу. Отсматривают. Чтоб никто ничего не это самое. Следят. Три кота. Трикотаж. Кушает влажный корм. Вчера приходил. И сегодня тоже. Так, пацаны. Тёсик. Ты должен дать ему покушать. Дело в том, что вот этот люк для котов, он из него могут выходить все коты, вне зависимости от чипа, а на вход только по чипу. Вот эти два, вот эти две морды у нас чипированы, поэтому они заходят в дом без проблем и выходят из дома без проблем. А никто из гостей зайти в дом сам не может, а может только выйти, если его пригласят. Нейтралитет.